В этот же день губернатор Красноярского края Лев Кузнецов провел первое заседание комиссии по ликвидации очереди в детские сады. Задачей новой комиссии будет устроить всех малышей Красноярского края в дошкольные учреждения до 2016 года. Запланирован ряд мер: строительство новых детских садов, переоборудование зданий под дошкольные учреждения, привлечение крупных корпораций к строительству садиков. Доклады на комиссию должны представить все главы территории края. Как мы помним, и вы помните, в конце прошлого года я поставил перед главами всех территорий задачу разработать отдельные программы по выполнению указов президента.